Что ж, всем привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить Mass Effect 2. И у нас второй DLC, которое у нас, наверное, будет этим властелином, я так предполагаю. А потом мы, соответственно, да, пройдем с вами прибытие, и потом уже у нас, в общем, серый посредник будет. Сейчас давайте-ка мы пойдем в нашу каюту, сменим себе костюмчик, потому что что-то я как-то задолбался в этом бегать, в N7. Сейчас мы себе броню какую-нибудь специальную, такую, ну, полную, типа, выберем. Бронюшка. Что у нас здесь? Давайте в коллекционере побегаем. Вот в этой вот. Она такая, она довольно классная, как мне кажется. Мы в ней вообще довольно мало бегали, надо сказать. Так что надо наверстывать упущенное. Так, что тут написали нам? Ничего, ясно. Погнали? Тогда погнали. Наверное, DLC я также пройду, в общем-то, за один заход. Я так как минимум на это надеюсь. Расследовать проект Властелин. Вот сюда вот нам надо, да? Так, и на Тифон. Ох, ничего себе, как далеко Тифон. Айта. На планете Айта. Ну, приземляемся. Что же нам еще-то сделать? Броня уязвима для атак огнем, оружием, не обладающим высокой скорострельностью и умением деформация. Но в целом все это у нас прокачано на максимум. Так что насчет брони в целом можно не переживать. Давайте возьмем с собой, я думаю, не знаю, даже Заида и Касуми. Потому что почему бы нет? В целом такие самые у нас менее юзабельные персонажи, скажем так. Ух, у нас здесь еще же ведь эта штука, получается, есть. Классно. Классно. Это этот повелитель пламени наш, Розали. Из прошлой, в общем-то, DLC штука. Такая вот. И нам надо здесь убрать антенну. Так, давайте-ка мы... Так, светошумовая граната. Интересно. Вот это мы давайте-ка сюда поставим себе, чтобы оно так под пальцем было. Так. Ага. А тут у них нет ничего, да? Окей. Так, доступ запрещен, дверь закрыта изнутри. Ясно. Так, 1125. И панцелинчик. Панцелинчик нам все-таки надо, да, еще это самое собирать. Здрасте, господи. Хватит так пугать-то.
Тем более, все равно мне ничего не понятно. Еще кредиты. Так, а вот тут сейчас что-то будет, да? Да, конечно. Ага. Так. Так, ладно. Так, а все что ли? Ну ладно. Я просто думал, тут еще кто-нибудь будет. Так, 450. Еще панцелинчик. Неплохо. Так, еще у нас тут эти питания, да? Да, блин, они вообще жесть. Эти гетты, они, конечно... Вот понимаете, да, почему я не люблю, когда у врагов есть огнеметы, да? Теперь. Так, ну хорошо, хоть отсюда начали. Тоже в целом неплохо. Я думаю, реально откуда-нибудь подальше начнем. Так-то. Так. Классно. Так, все.
Все чисто. Так, утилизация. Кредиты. Угу, нормально. Так, тут что есть? Крутая броня, да, так? Вообще. Довольно. Я думаю, тут что сейчас кто-то будет точно. Ну конечно. Неплохая попытка. Ты чё, в этот Вэй он глушит, получает связь как-то. Ничего себе, тут Вэй, конечно. Это прям как ИИ уже. Какой-то они Вэй. В общем-то, да, если кто не в курсе, то, как я лично понимаю, Вэй, это, короче, значит, что он это сам обучаться не может, типа того. Вот, а ИИ, это значит, что как бы он соответственно, может самообучаться. Хорошо. Так, а вот тут сейчас, наверное, да, что-то будет? Что-то такое сложное, знаешь? Ну да. Ой, уходим. Прайм еще, нифига себе. И один, похоже, остался.
Отступаем. Так, нормально. Здорово. Вот вы это видели, а? Вот если бы вот я сейчас был к стенке, бы не... Так, давай-ка вот так вот сделаем. Да неужели? Так, ты там, блин, не умирай. Так, ну а в целом дальше будет просто. Так, погоди, еще кто где? Ай! О, я еще живой. Каким-то чудом. Сейчас вот прям очень повезло, реально. Что меня, блин, этот последний гет не убил. А он мог, кстати. Он реально очень сильно мог.
Ну, молодец. Так, что у нас на последних двух будет? Так, ну еще ракетчики в целом. Ничего такого, что ли? Ага, здрасте, ничего такого. Хорошо. Что, последний, что ли? Ха, я думал, еще один будет. Ну, нужно будет это разбомбить. Over here. What the hell is going on around here? Man's reach exceeding his grasp. Come on, I'll explain. Получен еще одно очко отряда. Интересно. You have my thanks, Commander Shepard. You bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. Who did you say you were? Dr. Gavin Archer, chief scientist at this facility, and probably the only one left. You owe us that explanation. This is Project Overlord, an attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. I'd hate to see what you'd call a disaster. You can't dismiss the entire project. We did succeed, at least partially. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle the VI connection. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world. How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine begins. What's the worst-case scenario? A technological apocalypse. Every machine, every weapon, every computer could be turned against us. If he hit the extranet, who knows where it would end. You should have considered that before you started the experiment. We couldn't be expected to account for every outcome. Certainly not the abomination David has become. David, the VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan stations. How does the lockdown work? It's a fail-safe procedure in the event of an emergency. Normally, all three project leads have to agree to cancel the lockdown. I'm the only one left now. I can give my authorization, but you'll have to manually reset the other two yourself. And what happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the Geth's religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. That's an ambitious undertaking. It would be the perfect weapon. Victory without casualties. We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. What can you tell me about Atlas Station? Atlas Station's the main laboratory where all of our VI experiments take place. It's your final goal once you've overridden the lockdown. It's also where my brother became something else. Tell me about the Vulcan and Prometheus stations. Vulcan Station is our geothermal plant. It generates power for the four outposts. Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines. We use them for our experiments. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but
With artificial intelligence, there's no such thing as safe. Then you shouldn't have attempted it. And what if you've never attempted to find the Reapers, Commander Shepard? Where would the galaxy be then? Sometimes you have to ignore the risks. What happens on this station? This is Hermes Station, our communications uplink with the wider galaxy. If you hadn't destroyed the dish in time, the outcome would have been catastrophic. I'm heading out now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. Достичь персонажем 30 уровня. А 30-й, это, по-моему, тут максимальный, да, уже? Ну да. То есть мы дальше прокачиваться никак не можем, к сожалению. Ладно, ладно. Так, это нам... Куда это нам идти-то надо вообще? А, то есть вот так вот прямо ж. Ладно, погнали. Поконим. Да. Ясно, понятно. Мне не сюда надо, получается, да? Окей. Так, похоже, мне куда-то туда вот, да? Куда вот эта стрелка указывает. Очень сильно похоже на то. Так, давай сейчас тут посмотрим, что у нас такое будет. Угу, тут у нас роботы. Интересно. Интересно, но с роботом, я думаю, будет попроще. Конечно. Я надеюсь, намного попроще, чем с гетами. Provide adequate velocity to enhance vehicle lift.
Так, все. Готово. Так, тут что есть? О, смотри-ка, я что нашел. Иридий. Неплохо. Вполне себе так неплохо. Ох, елки-палки. Долетим. Так, тут нет ничего. Покидаем молот. Гарус, как же я по тебе скучала с твоими вот этими умениями, которые, кстати, реально очень так. Которые вот прям вот очень сильно помогают в таких вот ситуациях. Так. Угу. Хорошо. Погнали дальше, значит. Ну, сейчас еще тут, конечно, посмотрим. Что-нибудь не пропустили ли. Здрасте, господи. Да? Не, вроде ничего не пропустили. Так, все, готово. Еще иридий. Я, конечно, понимаю, опять же, в общем-то, повторюсь, что... Я, конечно, понимаю, что нам это все уже не надо. Вообще ни разу. Но как-то собирать, если честно, это хочется. Да. А, ну нормально. Нормально в целом.
Ага. Так, залезем мы тогда сюда. А, не, погоди, или мы... или мы тут были? По-моему, нет, по-моему, не были. Или были? А, ну да, да-да-да, точно были. Блин. Нам же сюда надо, да? Так, ну я думаю, мимо турели пролетим, потому что там Иридий, он как-то... Ну, как понимаете, он нам уже вообще не нужен. Так, по-хорошему, если... Все элементы тут нужны, ну, эти, ну, природные, соответственно, да, они тут нужны, когда ты эту еще миссию финальную не завершил. А когда ты ее уже завершил, то зачем, по сути, они тебе? Конечно, сюда еще вот можно слазить. Что тут у нас? Тут у нас тоже, наверное, Иридий будет, да? Ну да. Ну, уже как-то, не знаю, как совершенно спокойно к этому отношусь. То, что тут Иридия так много. Как-то, ну, не хочется именно прям вот как бы брать и делать себе основную цель его собирать. Поэтому, например, мы вот от этих камер сейчас спокойно улетим. И вот, то есть, да, понимаете, да, в чем вообще плюсы вот этих DLC всех? То есть в том, что вы здесь еще и ресурсы, как видите, фармите. Так, погоди, а нам сюда? Нам сюда. Сейчас будем понимать, что нам тут надо сделать. Это у нас какая станция это вообще? Так, дверка. Дверку вижу. Еще одна дверка. Ага. Здрасте. Сейчас, наверное, у нас кто-то еще красивый такой появится, да? О, тихо. Что, отключили? Окей. Ага. Кредиты. Нормально. Да и в целом кредиты нам уже как-то особо и не нужны. Вообще по-хорошему. То есть у нас их сколько? Их у нас 235 тысяч. То есть нам хватит, чтобы...